Компания Xiaomi выпустила два топовых игровых смартфона Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro. Если Asus в линейке ROG делает самые быстрые смартфоны, Xiaomi уделяет внимание деталям. Black Shark 4 стал первым в мире смартфоном с SSD, магнитными триггерами и самым качественным стереозвуком, как говорит компания. Младший Black Shark работает на базе 870-го Snapdragon, а Pro модель, конечно, на топовом Snapdragon 888. Охлаждает смартфон сэндвич, который состоит из двух тепловых трубок и слоем графитом между ними. Без фирменного кулера это охлаждение снижает температуру процессора на 18 градусов. Линейка аксессуаров большая, о ней мы поговорим в отдельном видео. Базовый Black Shark 4 с памятью 6 128 стоит $385, а в максимальной версии 12256 $505. Базовый Black Shark 4 Pro с памятью 8 256 стоит $615, а в максимальной 16512 $815. Оба смартфона получили экран AMOLED E4 от Samsung размером 6,67 дюймов с кадровой частотой 144 Гц. Функция DC Dimming есть. На правой грани корпуса есть две кнопки и выдвижные триггеры. Они механические, а не сенсорные. Заявленный ресурс нажатий 1 миллион, как у мышек для ПК по факту. Там же находится и сканер отпечатка пальцев. Xiaomi использует гибридную систему накопителя UFS 3.1 и SSD, что дает высокую скорость загрузки и чтения файлов. Оперативная память LPDDR5 тоже немедленная. В базовой модели она работает со скоростью 5500 мегабит в секунду, а в Pro модели со скоростью 6400 мегабит. Селфи-камера в экране, она самого маленького размера, которую когда-либо делала Xiaomi. Любителям побомбить привет, даже у Mi 11 селфи-камера больше. Тут установлен 20-мегапиксельный датчик. Хоть дизайн стал менее самобытным, а больше похож на Asus ROG Phone 5, RGB логотип, логотип Shark и градиент в виде X никуда не пропали. Младший Shark в основной камере получил 48-мегапиксельный датчик Sony IMX582, 8-мегапиксельный ширик и 5-мегапиксельный макродатчик. У Pro модели вместо 48-мегапиксельного датчика установлен датчик на 64 мегапикселя, это Sony IMX686. Xiaomi первые выпустили смартфон с поддержкой 120-ваттной проводной зарядки. Даже прошлогодний Lenovo Legion с двумя аккумуляторами поддерживал 90 ватт. Зарядка, кстати, есть в комплекте. Black Shark 4 Pro получил два аккумулятора общей емкостью 4500 мАч. По проводу смарт может заряжаться до 100% за 14 минут и 50 секунд, как говорит компания Xiaomi. Black Shark 4 заряжается до 100% за 16 минут. Pro модель поддерживает Wi-Fi 6e, а младший Wi-Fi 6. Из коробки оба смартфона работают на базе Android 11 и оболочки JoyUI 12.5. По функционалу это та же MIUI, но с перерисованным интерфейсом и парой удобных фишек для игр. Помните, что лучшая помощь каналу – это подписка. В течение двух дней я выложу большое сравнение и полноценные обзоры каждой из этих моделей.